Ну, вот во дворе сейчас хорошо. Уже смотрите, гранаты, видите, листья распустили уже, видите? Красота, да? Весь уже в листьях. Весь в листьях. Лавровый лист засел. Старый урожай еще стоит, а новый уже, видите, уже новый. А старый вот урожай еще стоит, видите? Вот он, семена еще. Одни семена еще не успели, это а это цвело. Вот. Мотоцикла у меня нет уже. Все. Хочу, конечно, новый купить, но новый мне не. 8 000 лир новый стоит электрический, а такой бензиновый маленький 10 000. Да. Лир, я имею в виду. Это больше $1000. Мне сейчас это. Срочно надо, блин, переквалифицироваться в Ашкимы. Сразу и машины будут, и все будет. Но для этого надо кое через чего-то переступать. И будут и машины, и мерседесы, и все будет. Какой там мотоцикл? Да, 8 000 новый стоит. 8 000. Коллега Сен Гонше. О, кафе имя. Güvenlikçe, güvenlik. Güvenlik. Ne vakit götüreceksin? Dükkanda duruyor, dükkanda. Ha? Dükkanda duruyor, dükkanda. Ha. Kuracaksan mı? Ha. 4 kat olacak mı? Neçeye daire olacak? 8 mi? Çek, güzel. Çok güzel. O köpek. Sabah, köpek называет. Sabah, это köpek. Вот, видите. Ha? Охрана. Скоро будут строить здесь. 8 квартир будет. 8-квартирный дом у него. Молодец. О, колайгасин. Виноград еще нет, не зацвел. А вот апельсины уже цветы пошли. Вот они. Свисти начали апельсины. Вот они, видите? Апельсины цветут уже. О, красота. Мандарины тоже. Но мандарин еще попозже будет чуть-чуть. Апельсин вперед расцветает. В общем, вот так вот. Так что вот. Вот апельсиновые цветы, смотрите. Вот они. Вот они. Видите? Какая красота. Сейчас спросит сосед, где мотоцикл? У них им все надо знать. Им все надо знать. Ай. Ну вот. В общем, вот такие новости. Детишки на улице, все футбол, волейбол играют. Geldin mi işten? А? А, Бларе? Ай, слава богу, не спросил. Надо придумать. Скажу побольше. Скажу, за 3 отдал нафиг. Пусть завидует. Никогда не надо говорить это. А мы же всегда любим вот так, правду матку. Потом это... Обычно машину покупают некоторые, блин, да, за какие-то там $10 000, да? За 15 купил. Здесь, оказывается, вот это принято. За 20 купил. А мы, наоборот, стараемся как-то это... Надо как-то привлечь. Понты, понты, да? Ой, ну все, ребята, вот такой вот день сегодня у меня. Вот. Поработал, поездил, покатался. Вот. Лаврушки мои растут, маленькие. Пересаживать буду, сейчас работать надо. Всех вам благ. Пока-пока.